Всем привет! Добро пожаловать на канал Fox Tales. С вами Катерина, и это Farming Simulator 22. Продолжаем выживать в ноябре месяце. А ты сообразишь, что я от тебя хочу? Короче, он мне пропахал поле так. Теперь я хочу, чтобы он меня пропахал поле так. А этот говорит, я закончил работу. А ничего подобного ты от меня, Катя, не дождешься. Я не знаю, как лучше выставить... понятно. Вот это солнышко не будет собирать, потому что здесь небольшие проплешинки. Ну, давай вот тогда здесь. Ты же сообразишь, как здесь развернуться? Кто нанялся? Вроде выглядит серьезным мужчиной. Я думаю, мы дадим ему свободу в работе. Пусть как хочет, так и упахивает мне это поле. А мы займемся следующим. Мы займемся вспомнила. Мы же грибы продавали. В прошлой серии мы продавали грибы. В этой серии нам нужно продать арбузы. И посмотреть, что нужно по технике для нашей фермы, дабы облегчить труды наши праведные и не особо переживать. Вот сюда мне надо подъехать. О том, что у нас чего-то не хватает. А тебя я на тебе поеду. Давай на перегонки. Сказала Катя, врезалась в столб. Я дала ему фору. Это просто такая фаровая... Как это сказать-то? Солидарность. Ага. Я дала фору, ему врезалась в столб, а этот дал мне фору, врезался в дерево. Давай по-честному, давай по чесноку. Я вот сейчас слезу, тебя поправлю. Бывший гонщик мой, не доделаешь. Наймем. Мужик стоит, говорит, господи, что за сходка леворуких водителей? В смысле ты не хочешь? А, тебе дать работу надо. А я думала, работа осталась. Мадама? Я говорю, мы с тобой на перегонки-то поедем? Или тушеваться будем? А что она стоит, думает? Я поставила на ней. Дала ей работу. Она не отказалась от нее. Женщина, я не гоняю. Видимо, вот так вот, да? Давай уволимся. Давай. Это чудо уже мне врезалось в дерево. Это уволься. Давай вот так вот сделаем. Я не понимаю, что ему не нравится. Даже вот так вот сделаю. Боже, знаешь, что сделал? Я бы уже 10 раз бы сама бы довезла. Даешь им работу. Ага, медсестричка нормально так работает. Так, поехали догонять ее. Уиу. Во, вот это гонки, я понимаю. Но у меня я ей слишком большую фору дала. Но хотя бы сообразила, как ездить. А я не помню. Хоп. Ай, вы слетели с трассы. Нормально. Возвращаемся на трассу. И она пыталась, как я. А, ты пока так будешь разворачиваться. Я уже первая прибуду. И прибуду я в гараж свой. Не, ну нормально у меня разворот. Прям восхищена. Я победила. А я победила. А я молодец. Тебе помочь, что ли? Блин, мужик, давай я вот в качестве порядка исключения бреда вот так вот сделаю. И то только ради тебя. Я вот это не приветствую.
Ты закончила работу? Нет, поехали чуть дальше. Мы сейчас вот это загрузим. Все, что ли? Не густо, но и не пусто. Поехали продавать. И заодно надо посмотреть, что у нас тут по тепличке всего ли хватает. Не визжите. Потом поле станет ровное, хорошее. Мы наконец-то сможем нормально организовать. В смысле ты не берешь? Нормально организовать проезды всякие, чтобы все было хорошо. А пока как-то так. Значит, арбузы мы продали. Это было быстро, это было легко, и вообще никаких особых нужд мы не испытали. Нужно посмотреть. Не против, если я вот так? А? Мне нужно посмотреть, что у меня по коровам. Хватает ли им всего? И нужно ли ехать продавать? И технику. Какую технику можно прикупить, чтобы развить свое производство? Нет, просто покажи. Корм закончился. В прошлый раз мы смотрели, было очень много корма. Сейчас им корма мало стало. Ну как так это работает? И эти в цене упали. Блин. Даже не так. Мы же с тобой... А, мы смотрели в октябре. Корма было предостаточно. Они, сволочи, его за ночь съели. Наступил ноябрь, корма не хватает. Ну, ладно. Сделаем. Сделаем сейчас им корм. Но для начала... Для начала... Сейчас я... Молодец. Текстура застряла. Вот давай вот так. Нет, не вставай, ну ты ж... Ну ты ж хорошо ссыпалась. Этак я буду долго. Она прям по чуть-чуть. И не идут. Нет, она забагалась. В смысле, там полная, а визуал как будто идет, а на самом деле не надо. А эти у меня пусть пока растут побольше. Потом я их буду продавать тоже скопом, чтобы деньги хорошие выручить. По грибам. Вода есть. А что у меня по семенам? А семян нету. Вот я помню, что чего-то мне явно не хватает. Ты работаешь, работай. Давай съездим за семенами, благо здесь не... Благо здесь недалеко. Сколько я тогда... Блин, я же буквально, вот буквально недавно привозила 6 семян. Очень большой расход семян на грибы получается. Мне бы семена выращивать. Ну, стоит интересно, возможно такое или нет? Надо посмотреть. Это было бы гораздо выгоднее, чем я каждый раз бегаю и покупаю. Открой меню. Так, заодно, подожди. Не, давай сразу купим, а то потом я забуду. Шесть я умещаю. Я знаю точно, что 6 я могу уместить на свою эту. А что у нас тут по грузовичкам? Картофель, оливковая, лесозаготовка. Может, какой-нибудь погрузчик? Знаешь, чтобы не всегда руками. Цистерна для навоза. Прикольно. А вы сколько стоите? Назад. Я столько не зарабатываю, сколько вы стоите. Это что такое за красота? А это ты что даешь? А, большая перевозка воды. Не, мне не надо, но выглядит очень круто. Очень круто. Таким машинкам. У меня вроде бы классная машинка. Вот эту, если покажи, настроить газель. О, как, подожди. Ух ты! Допустим. Классная? У меня такой нету. У меня такой нету. У меня есть просто прицеп.
А вот такой нету. А по-моему, выглядит довольно неплохо эта газелька. С нашивками. Борта дополнительно. Подожди, подожди. Сейчас я гляну быстро свой автопарк. Вот у меня такая машинка и прицеп. И вот этот. Но этот как бы для поддонов. Да, давайте купим газель. Она достойна того, чтобы ее приобрести. На мой взгляд, это очень классная машиночка. Мало того, что наша, так еще и вот какая есть сочетание. А еще и прицеп к ней есть. А здесь вот это колесики. Нет, подожди, назад. Вот это мне больше понравилось. Бортовой здесь, видишь, можно и... Как открывать шторку, я не знаю. Но мне вот такие борта понравились. Я ее возьму. Теперь выбор колес. Давай вот эти за 500. У них протектор получше, да, смотри. Да, не будет нас это... Болтыхать пластик. А, это вот эти подкрылки, что ли? Ну и нормально, еще я тут буду. Оплетка на руль. А как посмотреть? Покажи мне оплетку. Синяя, коричневая. Давай коричневую. О, светло. Нет, ручки марки. Давай вот эту седьмую, красноватую. А, это что меняется? Стопы. Стоп-сигнал, что ли? Ничего не пойму. А, да, стоп-сигнал. Кому они нужны? Кто пользуется ими? Кто пользуется стоп-сигналами? Я вот точно ими не пользуюсь, поэтому... А, желтую, конечно, желтую. Вы чё? Да, только какой-то желтый, вот это такой паршивенький. Давай вот такой. Вот, класс. А что еще можно? Цвет обода, номер нормальный. Итого, коплате 18200. Классная, классная. Берем. Какой арендовать? Покупаем. А что еще есть? Короче, говорю, надо что-то для фермы, для развития. Купила грузовик. Катя в своем репертуаре. Но на самом деле, хорошая штука. Вообще, я хочу взять большой мощный трактор. Но пока... Пока на него нужно накопить. Если уж брать, извините меня, то вот моя мечта вот такая. Понимаете? Или вот есть вот такой. Там кабиночка крутится вот так вот. А все остальное, ну это просто, как говорится, почесывание. Нам они не нужны. Нам если нужно, то так нужно. Можно еще одну уборочную взять. Кстати. А зачем мне еще одна уборочная? Вот у меня одна ездит по полю. А это как бы на другое поле может встать, да? Она такая маленькая, аккуратненькая. Но пока я не чувствую нехватки уборочной техники. Как только я пойму, что у меня два поля заполятся, и мне нужно будет убирать, я сразу куплю. Мне понравилось. Мне реально очень понравилось. А по животным посмотрели, по всем посмотрели, по прицепам давай посмотрим. Штучки хорошие я купила для посадки и забраванивания сразу. А потом у меня все вот такое как бы есть. Силосом я пока не занимаюсь. Гужевой транспорт, ну, как бы мне он тоже не нужен. Что у нас в разном? В разном тут чего-то нету. Что это такое? Аэроплан? Мы не будем его брать. Не дай бог, какие-то эти инородные предметы на нашей ферме прилетят. Вот эти собратья наши зеленые. Скажут, ты вызывала? Я говорю, да нет, я купила какую-то штуку. Она оказалась... Оказалась нужна для вызова инопланетной жизни. Так, окей. У нас есть...
Ну, слушайте, офигенно. Непременно все будет офигенно. А почему мы не заполняемся до конца? А если вот так вот? А, надо каждый раз нажимать начать заполнение. Офигеть, это потрясающе. Это потрясающе в том плане, что я сейчас вот так вот сделаю. И вот так вот сделаю. Ага. И мы еще купим семена, загрузим на эту машину. И наконец-то... Какую камеру? Пустите меня в магазин, открой двери. Безобразник. И наконец-то я загружу этими семенами свою в эту грибную ферму. Мне не надо будет в скором времени ездить покупать. О, супер. Но они сейчас будут тут вот кочевряжиться. Они не загрузятся. Я не понимаю, почему у меня не грузится. Может быть, в сторону выгрузки? Короче, раньше как-то грузилось, а вот поддоны именно с семенами, они проблемные. Что у меня нет проблемного? Давайте, детки, станьте в круг. Пока мы с вами тут друзья. Тихо, тихо, тихо. Знаешь, что у меня не напоминает? Паучков. Вот с этими лапками распещеренными. А теперь главное сесть и, опа, закрепить. Все. Отлично. Это мы поставим. Найми, туда дадим работу. У меня, кстати, как бы ему... Я не знаю. Приедет сюда Найми. Ну, поехала. Молодец. И тебе тогда тоже найми туда. Нет, это я сама поеду. Я хочу почувствовать, как машина едет. Почему у меня разные... Чё это за клёпка какая-то? Там нормально. Почему? Я не поняла. Мы же покупали нормальные колеса были. Что это за заклепка? Какая-то пластиковая заглушка. Тут главное, болты можно открутить. Заглушки нет, тут пластиковая заглушка, тут еще и пропан у меня, ну полный пропан. А что значит открыть борт? Я пока не буду это. Что-то я там ремнями присоединил на всякий случай. Слышите, как мотор работает? По полю газелька едет. Не, на самом деле я довольна этой машиной. Она хоть и неустойчивая, вот эта качка-прокачка. Ну, колес других не было, я бы мощнее поставила. Но в целом, по загруженности, по загружаемости, по загруженности, короче, вы поняли. Потому что в нее можно столько всего насыпать, это крутая точила. Давай проверим, что значит открыть борт. И посмотрим, вот сюда, откроем борт. Тихо. Нет, я вначале хочу борт открыть. Вот, хэ. И как вам водопад? Оп-оп! Автоматика! Смотри, видишь? Ты посмотри просто на это безобразие, что я творю. Оп-оп! Ай, офигенная тачка! Ты будешь моя любименькая! Кочевряшка! А где потерянная? Что она делает? Куда ты поехала? Где вообще моя ферма? Вон моя ферма. Зачем она сюда завернула? Какая сторона выгрузки? Уже все, окстись, прекращай!
какая дичь. Я за семенами на той машине буду ездить. Они сыпятся? Да, смотри! Сыпятся. А те, которые на бочку лежали, те не сыпались. Ага. Давай мы отъедем. Вот так сделаем. Опа. Сейчас, сейчас, сейчас. Я знаю, тут надо просто пирамиду установить. И тогда будет хорошо. Нет, так это нехорошо. Вот так хорошо. Место для выброса струи надо, понимаешь? Там как бы в пол не то, а здесь как бы все отлично. И последнее. Ну давай, загружай сюда. Я хотела туда тебя отнести. Тут бездонная масса семян загружается в грибную мою ферму. Ты просто вдумайся. Просто вдумайся. Я загрузила 11 тысяч грибов. А полосочка вот настолько заполнилась. То есть сюда можно почти 200 тысяч семян загрузить. Грибов я сказала? Нет, семян. Ну ты понял. Это вот как это так работает? Вот объясните мне, пожалуйста. А? Короче, дело к ночи. Что я сегодня хочу сказать? Мы приобрели классную газельку. Реально очень классную. Очень интересную, красивую. И для начала давай посмотрим. Руль в оплетке сандалового дерева с какими-то цепями дополнительными. Ну, это вот, знаешь, с руля цепь снял, колеса обмотал, никакая грязь тебе не страшна. Тут у меня и радиоточка есть, и подголовник. В общем, не машина, а мечта. Вах-вах-вах-вах-вах. Я довольна, что мы ее прикупили. Теперь, что у меня по... Очень медленно работает работник, но довольно-таки... Довольно-таки чисто. Чистый мальчик. Поэтому пусть работает. На такие, наверное, случаи нужен второй комбайн, чтобы фигачить вторую сторону, чтобы быстрее было. Мы быстрее бы собирали, правильно? А я с одним комбайном выживаю. Как бы грустинка на меня сейчас напала, и я думаю, а может быть все-таки культивацию? Да, давай. Кредит возьмем. Может быть, все-таки купить вторую комбайну и радоваться удобрения. Удобрения я возьму контракт, потому что я напоминаю. У меня закуплены удобрения, которые не подошли для теплицы. Они теперь стоят и душу мою бередят. Поставим контракт и выполнять. Это легкие деньги. Почему бы им... ими не воспользоваться. На какой... Что? За чудеса, блин, на виражах. Что? Трактор Мустанг взбрыкнул. Почему так? Куда тебя вести-то? Культивация на каком поле? На третьем. Где третье поле-то? Свет мое зеркальце. Карта, скажи. О! То поле, говорит, Катя, которое ты хотела прикупить. Для того, чтобы удобно было загружать в поезд, вот его как раз культивируй. Я сейчас сделаю следующее. Я рискну нанять наймита. Вот я ему даже напрямую выйду. Потому что угол такой проклятый. Они вечно в наймиты врезаются. А, не найму наймита. А, все. Складывайся. Не найму наймита. К сожалению, заглючил. Ну, коль я еду, тогда я еду. Ну, и по дороге поеду. Значит, поставим выполняться квест. Потом я буду квестить еще по удобрениям. Плюс у нас собирается подсолнух. Мы продали грибы, мы привезли семена, мы продали арбузы. Довольно неплохо у нас ноябрь месяц работает. Поразительные бронебойные цветы. Который... Хорошо, что не мой трактор, а то они бы его ушатали бы. Вот. На этом заканчиваем. Спасибо всем огромное за просмотр. Встретимся в следующей серии. Выполняем квесты. Убираем свои огороды. Пожертвуй, пожалуйста, лайк.
Пиши комментарий, обязательно подписывайся на канал, если не подписан. И до встречи в следующей серии. Пока-пока. Когда тебя несет красавалая?